Ну что, народ, тачку забрал. Вот так вот выглядит этот шкаф на колесах. Официально начинаю работать водителем большого черного джипа. Да, Дэн, привет. Дядя Дима. Вот я девочку сейчас отвез. Ёпти-мопти. Что я вам скажу, ребята, а мне нравится. Погнали дальше бомбить. Но я только что заработал $50 за 25 минут. Всем подписчикам привет. Сейчас не дом, там вечеринка какая-то крутая. Там Дрейк, еще кто-то. Повсюду лупят салюты, просто повсюду лупят салюты. Нужно разыграть немножко деньжат среди вас, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Знаете, в детстве мне всегда было сложно ответить на один из самых популярных вопросов взрослых. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Прошло много лет, я вырос, но с ответом на этот вопрос я так и не определился. Мой поиск себя продолжается и по сей день. Всем привет, меня зовут Дима Аверин, вы на канале Далай. И хватит лирики. Надеваем маску, садимся в такси. Зачем? Сейчас расскажу. Я еду забирать большой черный автомобиль под названием Chevrolet Suburban. И сегодня в выпуске я примерю на себя профессию водителя лакшери сегмента такси и покажу вам, сколько можно заработать в этом бизнесе. How's your day going? Good? Oh, good, man. Very good. Busy, right? Busy recently? Yeah, because there are not too many Uber drivers. Yeah, right? Because of coronavirus, right? Yeah. I was at home over 2 months and a half. No way, for real? Yeah. No business, right? Until, yeah, no business, and then coronavirus. And then 4 weeks ago, I started driving again. And it's busy, man. It's no stop. I have to, when I need to stop or eat or go to the restroom, I have you to. You go offline, right? I have to turn off the app and go, man. Медленно катится джип. Двери и окна открыл. Рус, привет. Привет. Я приехал, я около адреса. А, да? Все, давай, я выхожу. Давай. Ну что, народ, тачку забрал. Вот так вот выглядит этот шкаф на колесах. Субурбан, огромная точила. Метров, наверное, 4-5 в длину. Сейчас поеду машину помою, приберу здесь внутри. Потому что тачка чуть-чуть, конечно, грязноватая. Это LS-ка, по-моему, комплектация называется. Ну, на кожаном салоне здесь, конечно, вот видно, что она уже чуть-чуть покоцана, 16-го года. Ну, так-то что, в целом я не автообзорщик, поэтому ничего вам подробно не смогу рассказать. Вот смотрите, какой огромный багажник, который нужно будет тоже сейчас пропылесосить как следует, вычистить. Обязательный совет всем, кто будет работать в этом бизнесе, машину нужно максимально чисто держать, потому что ваша вспомогательная работа может быть клиенты, которые с Uber узнают о вас и остаются с вами на долгосрок, то есть потом вас используют как private driver, это самые хорошие деньги. Спокойно можете там $40-$50 в час чаржить и даже $60 в час чаржить за такого рода бизнес. В общем, сейчас меньше слов, едем мыть машину, приводить ее в порядок, а дальше уже вам буду показывать по ходу дела, как работать в этой большой черной машине. Народ, у меня новый день, пятница, и сегодня я начинаю официально работать на вот этом вот бегемотике. В общем, смотрите, тачку я намыл, пропылесосил, но помимо того, чтобы просто привести ее в порядок внешний и внутренний, нужно выполнить еще несколько моментов для того, чтобы было больше потенциальной вероятности для получения хороших чаевых. А именно, обязательно вам советую закинуть несколько проводов на зарядке для айфона. У меня здесь одна длинная зарядка, чтобы удобнее было кастомом сзади сидеть. Один провод, так называемый AUX. Это тот провод, который соединяет iPhone с музлом. Ну и тут еще парочка зарядок валяется на всякий случай. Да, кстати, мы будем работать на приложении Uber. Само приложение я сейчас вам покажу буквально через секунду, когда уже займу конкретно позицию низкого старта, приготовлюсь к работе. И это произойдет вот прямо сейчас. Смотрите. Итак, собственно, я в позиции низкого старта, как всегда, любую работу я начинаю делать из дома, со своего дивана, вот здесь. Это стандартное приложение Uber Driver для водителей. Как видите, на карте LA отмечено сейчас оранжевым красным цветом, это зоны умножения. Я не знаю, как они сейчас работают, но умножение это работает на обычные Uber, на Uber X, Uber XL. У нас же
приоритете Uber Black и Black SUV. Вообще сегодня пятница, завтра суббота, 4 июля, несмотря на то, что все пляжи и парки закрыты, практически все бары закрыты. Я надеюсь, что это будут удачные дни для работы. Сейчас я сажусь на вот этот вот диван, жду первых заказов. Если что-то прилетит, вам покажу. Если не прилетит, едем в West Hollywood, будем ловить заказы там. Официально начинаю работать водителем большого черного джипа. Друзья, первый заказ, $45.54, SUV-шечка, берем. Head west toward North Cherokee Avenue. Окей, помчали. Окей, только что скинул своего первого клиента, вон он пошел. Это Jet X. Private Jet и небольшие самолеты отсюда летают. Вот, собственно, арыши скидываем и нажимаем Complete Black SUV. Raid Rider. Ну, так себе, как человек, конечно, был. Но я только что заработал $50 за 25 минут. Я в Бурбанке. Сейчас, наверное, буду выдвигаться куда-нибудь туда, в сторону Studio City. Потом поедем в сторону West Hollywood. С почином меня. Первый полтинчик, хорошая поездка, 25 минут. Не успел отъехать от аэропорта, прилетает Black, 19:23. Берем. Поехали. 7 минут за пикапом, будем забирать Шахен. Как настроение? У меня настроение прекрасное. Вот я звал Uber. До меня дошел очень хороший человек, очень добрый человек. Всем подписчикам привет. Я зарегистрирован в инстаграме shahentavakalyan.mc. Я веду армянские свадьбы, русские свадьбы. Очень приятно с вами, Дмитрий. В LA, в LA только работаете? В LA, вот, например, в следующем месяце у меня один свадьба есть, в Сакраменто тоже. Ну, до сих пор only в LA и в Сакраменто. Но сильно, да, я так понимаю, коронавирус повлиял на бизнес? Да, да, очень сильно, потому что потеряли все эти ивенты. То, что не потеряли, все приходят уже в следующий год, а в следующий год уже не знаем, как будет. Будем работать или нет. Вот так вот. Только что подвез очень хорошего человека, нашего брата из солнечной Армении. Заработали мы на этой поездке. Там порядка $20. И Шахен еще оставил 20-ку кэша. В целом неплохое начало пятничного вечера. В копилке уже 91.35. 71.35 и 20-ка кэша. Ну что я вам скажу, ребята, а мне нравится. Погнали дальше бомбить. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет. Еще один из плюсов работы в Uber — то, что ты знаешь практически во всех районах города места, где можно справить нужду. Я сейчас приехал в Studio City, Coldwater Canyon и Ventura. Здесь находится Ralph's, в котором всегда можно пописить. 1.28.42 pound. Yes. Я сделал. Хотел вам, ребят, показать классную кофейню здесь, в Studio City, недалеко от Ralph's, в котором я только что ходил в туалет. Но, к сожалению или к счастью, наверное, не успел, потому что прилетел мне новый заказ. Клиента зовут Марк, рейтинг у него 4.69. Да, Дэн, привет. Дядя Дима. Да-да, я вас слушаю, дядя Денис. Как поживаешь? Поживаю отлично. В целом, как и всегда, вашими молитвами. Я день и ночь за тебя переживаю. Это приятно очень слышать. Жаль, что неправда, а так приятно. Народ, я в Эстуде. Решил здесь постоять чуть-чуть. Вообще, здесь вот недалеко W-отель, который, конечно же, сейчас пустой. По плану у меня сейчас попробовать здесь побыть. Если ничего не будет, выдвинуть куда-нибудь в сторону Белэйра или Брентвуда. Последние, конечно, 2 часа такие что-то вообще слабенькие. И в такие моменты, когда нет работы, сразу не хочется уже как-то работать, время свое тратить, хочется поехать домой, купить винца. Но нет. А, тяжелая и неказиста жизнь голливудского таксиста. Do you want me to pick you up right now? I'm at West Hollywood right now. Where are you at? What area are you in? I'm in West Hollywood as well. Oh, shit. Perfect. All right, cool. I'm at Catch.
Так, друзья, в общем, что сейчас произошло? Произошло следующее. Мои ребята, у которых лима компании есть, узнали то, что я сейчас на машине, и предложили то, о чем я вам говорил, private клиента. Договорились мы на $40 в час, это немного для этой машины, но так как я покатался 2 часа и что-то тухловато в последнее время, я согласился. Посмотрим, что будет, что за человек. Я его лично ни разу не видел. Короче, просто выбесили меня сейчас. Что эти клиенты мои, блин, что security, которые там стоят. В общем, здесь частный дом, там вечеринка какая-то крутая. Судя по тому, что клиенты мои говорили, там Дрейк, еще кто-то, короче, они приехали на частную вечеринку. Драйвей наверх, вот въезд, как получается, мы на холмах находимся, здесь везде очень узкие въезды, и они очень крутые. Заставили меня туда заехать, я туда заехал. Потом жопой еле сдавал там вот в таком узеньком драйвее, думал, сейчас либо мордой зацеплю, либо жопой зацеплю. Внизу эти два охранника стоят, ну, security, дормены, которые, типа, со списками и так далее пропускают, выпускают. Вместо того, чтобы помочь мне там сбоку стать, помочь, ну, как это всегда делается, там, типа, так, давай, нормально, нормально, потому что видно, что я ни хера не вижу ничего, ни камеры, ничего, потому что машина вот по таким наклонам, у меня камера просто в асфальт смотрит. Стоят с тёлками, пиздят. Дебилы, вот просто выбесили реально. В целом все нормально. А тут смотрите, какой у меня здесь вид офигенно. Вид на весь LA. Стою, кайфую, зарабатываю $40 в час и наслаждаюсь видом на Лос-Анджелес. Фу, народ, я наконец-то дома. У нас уже 4:38 утра, вот $320, которые я получил только что от моего клиента. A1, кстати, его зовут, оказался крутой музыкальный продюсер, реально, погуглите, если вам интересно, A1 как A1. В общем, за сегодня, получается, я заработал 320 от него, 20-ку кэша мне дал тот парнишка. И вот, смотрите, 136, ну почти $140 на Uber. $480. Тотал за пятницу. Для вас сейчас буквально пройдет мгновение, а для меня там, ну, часов 5-6 сна и фигачить. Посмотрим, что в себе таит суббота, 4 июля, День независимости в Америке. Ребята, у меня суббота, новый день, сегодня 4 июля. Я выспался, полон сил. Время 3 часа 30 минут, 3:30, и выходим онлайн. Начинаем работать, как всегда, сначала из дома. Полчасика подождем заказа здесь. А если ничего не будет, уже поедем, ну, я думаю, в сторону Вест-Холливуда. А вот и первый заказик. 83-68. Берем. Отлично. Погнали. Заказ, оказывается, прилетел вообще буквально прям недалеко от меня. От моего дома. Прямо сюда на холм въезжаешь, и там какой-то частный домик. Сейчас забираем этот первый кол на сегодня, на субботу. Первый клиент сброшен, это такой отель и ресторан, The Bungalows называется. Приехал я, оказывается, в Санта-Монику. Сейчас посмотрим, сколько денег заработали мы. Заработал на этом заказе $71, примерно полчасика я потратил на все про все. Хорошие ребята, я на Санта-Монике, около океана. Сейчас покружусь здесь, посмотрю, что здесь происходит. Hello. Прекрасная погода. На Санта-Монике есть люди, несмотря на то, что сегодня официально закрыты все пляжи, все парки и так далее и тому подобное. Много симпатичных девчонок. А вот и новый заказ, друзья. Не вижу сколько, мы, наверное, скорее всего, короткие. А, нет, в Малибу аж поедем. Бахрам. Поехали за Бахрамом. Hello, papi, Mickey Bazaar. Только что скинул ребят, я в Малибу, заканчиваем поездку, Бахрам. Посмотрим, сколько я сделал за эту поездку, еще $47. Вообще отлично, что, хорошее начало дня. Да, я поехал дальше искать свои новые заказы. Ну что, пришло время что-нибудь перекусить. Немножко тунца, водоросли и огуречек. Да, невысокая кухня. Но есть можно. Вкусно перекусил. Сейчас кушаю протеиновый батончик. Что-то здесь глуховато. Выдвинусь в сторону Санта-Моники. Там, если ничего не будет, поеду в Марину Дель Рей. Что-нибудь точно поймаю. Интересное. Прямо чувствую. Чуйка у меня, чуйка. Протеиновый батончик сел. Приехал я в Марину. Классно здесь. Лодочки плавают. Девчонки какие-то фоткаются. С момента моего последнего заказа прошло где-то час-полтора, как я скинул ребят в Малибу. Пока все без изменений. Ну что, народ, стоит чуть поныть, и вот прилетел кол, берем его. Полтинчик Блэк пойдет, пойдет, дождался. Такую вот я девочку сейчас отвез. Ёптель-моптель. Какая олдскульная тачка стоит, американская.
Он прям просто как будто кадр из фильма из какого-то, да? Чисто американский дом, американский флаг и американская тачка олдскульная. Есть! Еще полтинничек прилетел. Солнце зашло за горизонт, я лечу на пол. Еще один плюс этой работы заключается в том, что ты иногда можешь попасть в такие места, в которые ты не попал бы, ну, вполне возможно, если бы не работал здесь. Сейчас заехал такой gated community, то есть закрытый такой поселок. Приехал где-то в районе Беверли-Крест на хиллзах. Офигенно называется Summit Circle. Скинул девочку, полтинник заработал. И тут же прилетел мне еще один заказ от Макина. Походу, прямо отсюда и вызвали. Наверное, сейчас офигеют, что я так быстро приеду. Не знаю, народ, сняла ли сейчас эта камера, что происходило в машине. Надеюсь, что сняла, и на монтаже я это вставлю. Но сейчас был полный трэш и угар. Девочки отжигают. Весело. Работать, если честно, вообще не хочется после такого. Хочется пойти с ними затусить. Все тусят. Короче, сейчас приехал на Малхолланд Драйв. Тоже на холмах. Частные дома и молодежь, короче, отдыхает здесь сейчас, ну, по Home Paris. Все забито в машинах, куча народу. Вот какая-то красотка гуляет. Танцует. Танцует пьяненькая. Классный вид. Народ, короче, кайфует на вид, мод. Эти новости здесь никогда не закончатся. Прием, прием, ну что, дела идут неплохо. Только что скинул молодежь очередную. Смотрите, последний трип. Ровно $50. Ровно. Везде бьет салют. Народ, я не знаю, слышно вам или нет. Вот видите, мерцающее небо. Повсюду лупят салюты, просто повсюду лупят салюты. И вот это, если вам кажется, что это туман, вот это нет, это все дым от сгоревших салютов, которые реально лупят вот со всех сторон. Они реально бьют просто со всех сторон. Вот я и дома, у меня время 3 часа ночи, и на этом я объявляю свой эксперимент официально закрытым. И заработал я сегодня $766. Сейчас я нажимаю Go Offline и погнали наверх подводить итоги. Ну что, пришло время подвести итоги работы на Uber Black SUV. Вот, собственно, денежки, которые я поднял на этих выходных. И я думаю, что нужно разыграть немножко деньжат среди вас, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. В конце я объявлю условия. В целом, работа очень даже неплохая. Из отрицательных моментов, пожалуй, то, что это сидячий такой вид деятельности, и со временем тебе в любом случае наскучивает. Вначале тебе интересно, ты думаешь, блин, какой будет следующий заказ, насколько денег, что будет за человек. Со временем тебе это надоедает и становится немножко скучно и однообразно. Из плюсов это, как вы видите сами, достаточно высокооплачиваемый труд. Помимо этого, я сначала хотел отнести к минусу, что как бы вроде нет развития. С другой стороны, если у тебя есть вот здесь вот кое-что, ты найдешь развитие в этой работе. Во-первых, ты можешь покупать собственные машины, открывать свой собственный лимо-сервис и развивать его. Во-вторых, не забывайте о том, каких людей вы возите в этом автомобиль. Очередное знакомство может в корне поменять вашу жизнь, опять же, если у вас есть вот здесь вот немножко серого вещества. Кстати, если будете региться в приложении Uber Driver, вот вам мой промокод. Вводите его, я, честно сказать, не знаю, какая там реферальная система Uber, но я уверен, что какие-то плюшки обеим сторонам перепадут. Сколько же я заработал? Самое интересное. Заработал за пятницу-субботу я без малого $1250 грязными, это на сегодняшний день, на сегодняшний курс почти 90 тысяч рублей. Если считать чистыми, с вычетом бензина и аренды машины, машина стоит $500 в неделю, я заплатил только за 2 дня, это $150 за машину примерно, и плюс бензин. Ну, получилось чистыми чуть больше $1000, 1050, это что-то типа такого. Ну, а теперь к розыгрышу. Вы же денежки тоже любите, и мне хорошо. В общем, давайте вот так сделаем. Вот видите, 100-долларовая купюра, мы ее вот так вот разделим напополам и разыграем между двумя подписчиками по $50. Конечно, по-настоящему $50. Чтобы выиграть эти деньги, нужно выполнить банальное условие. Быть подписанным на канал, поставить колокольчик, нажать лайк и написать комментарий. Первые $50 выиграет самый понравившийся мне комментарий, а вторые $50 выиграет рандомный комментарий. Поэтому для вас как бы, ну, шанс выиграть деньги, а для меня хорошо, вы больше комментариев будете писать, тем самым помогать продвижению видоса. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что розыгрыш вот этих денег я проведу в начале следующей неделе в прямом эфире своего инстаграм. Если вам понравилось это видео, посмотрите другие видео из плейлиста Профи, там много всего интересного. Вот где-то здесь сейчас вылезла подсказка. На этом сегодня все. Всегда ваш Димка Далай. До скорой.